200 спортсменов из 10 регионов России. Таков состав уже третьей смены во Всероссийском детском центре. Она третья в этом году, а фактически уже девятая со дня открытия этой площадки. Всего центр принял уже 1800 детей из 60 регионов России. География расширяется, содержание расширяется. У нас мы вот сейчас разработали концепцию развития детского спорта в стране на основе уже нашего опыта работы с привлечением ведущих ученых. Новички этой смены – хоккеисты из Крыма. Читинцы тоже приехали впервые. Здесь рассказывает тренер команды, больше возможностей для тренировок на льду. В столице Забайкалья из-за большого количества команд таких условий просто нет. Мы прежде всего хотим повысить наш уровень нашей технической подготовки, ну и тактической, естественно. То есть за счет такого большого количества времени, проведенного на льду. Всего же в Сочи приехали 6 хоккейных команд. Из Новосибирска, Читы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Иваново и Севастополя. В конце смены они даже планируют между собой провести мини-турнир. А это уже тренировка фигуристов. Это группа Марии Бутырской. Пока она в Сочи не приехала, будет только 7 числа. Тренироваться под началом первой отечественной чемпионки мира – большая удача и честь, делятся московские фигуристы. Очень хороший тренер. Все время помогает, она и психологически, и физически, то есть очень хороший тренер, мне очень нравится она. Задача на сочинскую смену – отработать прыжковую программу. Благо, условия позволяют. В распоряжении юных фигуристов – одна из лучших ледовых площадок страны. Мы должны отработать мастерство на прыжках, в основном на прыжках. Особенно мне, потому что у меня недавно была травма, и я сейчас должен вспомнить все свои прыжки. По-моему, задумка очень даже хорошая, чтобы дети могли приезжать, восхищаться всеми олимпийскими объектами, кататься на них даже. Впрочем, в Сочи юные спортсмены не только отрабатывают элементы. Все они школьники, поэтому тренировки совмещают с занятиями по общим предметам. Здесь же на ледовой арене для спортсменов оборудовали учебные классы. Здесь все как в обычной школе. Ну или почти все. С одной стороны, у нас школа обычная. Дети учатся по образовательной программе школы. Те же основные предметы. Но с другой стороны, совершенно необычный коллектив. В одном классе встречаются детки из разных городов, из разных видов спорта. Хоккеисты, кёрлингисты, фигуристы и шорт-трекисты – таков состав третьей смены. Будут в Сочи до конца марта. После их заменят спортсмены из других регионов. Вообще, как рассказывают во Всероссийском центре, сейчас здесь уже формируют заявки на 2016 год. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.